вина, вина. Вина?
Презентация. Я не знаю, что это. 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 Я не знаю, что
Стасу делал крутую. Ага. Лена, будьмо. Будьмо. Леша, я все записываю, будет одно большое. Диме отправим. Он же это услышит на наш голос, на запись. Пахнет уже вкусно. А?
Будет подходить, скажи им, Макита, просто... Закажи, видишь, я уже пиво заказывал, полчаса ждал. Подбегай, подбегай. Лен, ты свое, Лен. Видишь, ты мудрый человек, ты прибор оставила у себя. А мне нет.
вкусно очень. Очень вкусно. Ну что, момент, сможешь повторить? Запросто. Наведи на меня. Димон, привет. Привет. Пламенный привет Диме. Передаем пламенный привет Диме. Че он бедный? Че он бедный? Не бедный. Мы просто прикалываемся. Вот такого хлеба хотят есть. Мне кажется, что мы поедем в осенью не в тут, а сюда. Нет, подождите, я только на работу не выдержать. Видишь, видишь, ты уже говоришь раз в году. Через пару месяцев вы загрустите, посмотрите фотографии и скажете, а ну его выдержу еще раз. Ну я так, я достаточно голодный. Я думаю, если съешь эту тарелку риса, то уже все. Не, я буду по чуть-чуть, по чуть-чуть. Но рис вкусный, капец. Рис вкусный, я такого еще не ел. Очень. Но твой плов вкуснее. Ну было бы странно, если бы здесь узбек резал барана и делал из него плов. Не, ну наверное... А это что, типа выбрать надо? Я думаю, лучше не останавливать. Ей уж приятно будет, потому что там готовился.